Я все, что угодно готов сделать ради Господа. Даже погибнуть. А ты? У этого парня серьезные проблемы. Вы от мира сего, а я не от всего мира. Ну, естественно, мальчик растерян, мальчик испуган. Я был нормальный, трудный подросток. А теперь он, знаете, сдурел. Он вообще не здоровается. Бог будет судить тебя, мальчик. Давайте сейчас все успокоимся. Бесы в тебе сидят, Веня. Я просто должна его понять, Мусю. Она с самого начала была против меня и моего христианства. Вообще считает, что скоро конец света. Не мир пришел я принести, но меч. Я все, что угодно готов сделать ради Господа. А ты?